на свете было не напрасно было. Может, по бокальчику шампанского? Очень оригинально. Сейчас весь клуб будет шампанское пить. Не факт. Зимой его взяли на Арбате с неизвестным веществом растительного происхождения. В апреле два ресторана разгромили, а сейчас офицеру полиции задницу сломал. Тормози, я тебе говорю! Дайте тёлку какую-нибудь сюда. Это уже перебор, Паш. Перебор. Перебухал, что ли? Что такие? А? Где ваши смартфоны? Где самолеты? Машины? Россия управляет. Давайте все хором. Владимир! Александр Николаевич. Какой еще Александр Николаевич? Царя-батюшку-то не трогай. А век сейчас 19-й. Год-то на 1860-й, сам знаешь. Какой 1800? Мы делаем великое дело. Мы не просто хотим твоего сына вернуть. По сути, мы создаем нового человека. Помогите! С беглыми холопьями нас строго. Мы целую деревню за лютые деньги настроили. Камеры везде, по всем углам. Толпу актеров согнали. Казненные, прекратите ерзать. Если он узнает, что это все разыграно, он вас найдет и убьет. Промашек быть не может. Зачетные труселя! Чего? Это же современные трусы. Это трусы из будущего. Трогай меня! Он тупой. Сам ты тупой. Чекай стресс. Он в прошлое попал. Я вел себя как животное. Не надо оскорблять животных. Хорошо, как гриб. Грибы-то можно оскорблять? Включайте сверчков и зажигайте факелы. Рук, как встал, все мне ясно стало теперь. И столько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Но я где-то вызываю, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. У тебя коробочка, и у меня коробочка. Ты в свое алло, я в свое алло. И мы слышим друг друга, даже если ты находишься в другой деревне. Это как так? Чудо.